Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы расскажем вам про новый баг от компании Geekvape Zeus X. Устройство поставляется в небольшой картонной коробке. На лицевой стороне нанесено изображение бака. Слева располагается логотип компании и название атомайзера. А в нижней части находится упоминание о том, что бак является непроливаемым. На противоположной стороне указана комплектация, также есть крючко для проверки на оригинальность и указан цвет бака, который находится внутри. Открываем коробку и первым делом видим сам атомайзер в цвете Gunmetal. Далее идет коробка, в которой находится комплект запасных о-рингов, запасные винты, дриптип из ультемпластика, шестигранный ключ и Т-образная отвертка, переходник под 510 дриптип, стекло на 3,5 мл и набор, состоящий из двух спиралей и двух полосок хлопка. Внешний вид Зевса в сравнении с предыдущей моделью стал более обтекаемый. Сверху располагается низкий и широкий 810 дриптип из жаропрочного пластика. Удерживается он на одном о-ринге, расположенном в крышке. На крышке нанесены специальные прорези, которые позволяют более удобно ее открутить. Крышка закрывает собой два огромных отверстия для заправки жидкости. В сравнении с предыдущей версией, отверстия для заправки теперь немного утоплены, и у них появился борт. Благодаря этому заправлять жидкость можно по всему периметру кольца и не беспокоиться о переливе и о том, что жидкость выдавится наружу при закручивании крышки. Ниже разместилось кольцо регулировки подачи воздуха. Оно съемное и имеет стопы, так что прокручиваться на 360 градусов не будет. Откручиваем бак и сразу видим съемный купол с отверстиями обдува с обеих сторон. Он и помогает быть Зевсу непроливаемым и уменьшает испарительную камеру, благодаря чему пар становится более концентрированным, что положительно сказывается на вкусопередаче. База атомайзера довольно необычная, спирали устанавливаются вертикально. Отверстия в стойках стандартные, поэтому вы можете установить практически любую спираль. Излишки можно откусить даже после установки, для этого в стойках специально сделаны отверстия, однако удобнее обрезать спирали заранее перед установкой. Отверстия для укладки хлопка достаточно большие и обладают бортом, который не позволит хлопку попадать на резьбу базы. Стоит также отметить качество шлицевых винтов, они имеют глубокую прорезь и не будут изнашиваться со временем. Бак понравился нам своей вкусопередачей, удобством в использовании, продуманной заправкой и огромной комплектацией. Спасибо за просмотр, с вами был Сигаретнетбай и до встречи на нашем канале.